Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор моих бюджетных покупок. И эти покупки я совершала для лица и для волос. Если вам интересно узнать, что я купила, тогда вас приглашаю к просмотру. Хочу начать с того, что первое, что я купила, это были покупки расчесочек. Первая расческа была вот такая вот. Она специально для того, чтобы разделять ровные проборы. И я хочу сказать, что я ее именно для этого и взяла. Стоила она что-то в пределах 20 рублей. Из этой же серии я купила себе вот такую вот расчесочку. Она уже двойная, с маленькими такими зубчиками и широкими зубчиками. Узкими и широкими зубчиками. Очень удобная расческа, нигде ничего не торчит. Что-то она стоила в пределах что-то, по-моему, 30 рублей. Покупала это все в Магнит Косметик. Очень удачные покупки, оформление классное. Пластик не пахнет, так что нареканий нет, я очень осталась довольна. Следующее, что я купила для волос, и это тоже мега просто бюджетно, это средство рецепты бабушки Агафьи. Я не знаю, как бы относитесь вы к этой косметике серьезно или нет, но придя в магазин, я посмотрела состав, и меня просто зацепило, думаю, почему бы нет. Единственный, конечно, минус, это такой вот ярко выраженный травянистый аромат и темный цвет, так как я являюсь, отношусь к цветотипу светловолосых. Но не суть. Здесь очень хороший состав, и как раз вот в осенний и зимний период мне хотелось просто как-то подпитать свои волосы витаминками, чтобы они, ну, как бы не блестели, чтобы они, точнее, не были блеклыми, и как-то вот их более-менее поддерживать в хорошем состоянии. Здесь у нас говорит о том, что это средство содержит черный тмин, кора дуба, корень аира и перечная трава. Это средство, этот лосьон против выпадения волос, предотвращает ломкость, укрепляет волосяную луковицу, увеличивает жизненный цикл волос. То есть, как бы, ну, в принципе, посмотрим, попробуем. Один раз я его уже наносила, в принципе, на волосы. Пока точно сказать ничего не могу, что и как он был. Но неплохо, по крайней мере, он не сушил мне длину. Уже по истечению какого-то времени, когда я им попользуюсь, конечно же, я сниму отдельно и расскажу вам о нем, стоит такой продукт своих денег или нет. Хотя он стоил очень бюджетно, что-то в пределах, по-моему, 80 рублей. И он имеет вот такую вот крышечку дозатор. То есть, как бы, ну, неплохое средство. Следующее, что я хочу показать, это тоже от бабушки Агафьи. Это активная растительная сыворотка для роста волос. Состав у него тоже неплохой. Объем 150 мл. И, собственно говоря, из-за состава я его и взяла. Он уже у нас имеет такой тоже не такой сильно ярко выраженный травянистый аромат, уже помягче. Я им воспользовалась дважды. Тоже пока ничего сказать не могу о нем. Уже, наверное, попозже расскажу, что же и как же он сработал на моих волосах. Стоил он в пределах, по-моему, 150-160, но около 200 рублей его можно найти и бюджетней, в зависимости от региона и магазина. Так что вот такое вот средство, посмотрим, как оно будет работать на волосах, и отдельно я, конечно же, сниму на эту тему видео. Следующие это покупки будут для лица, и первое, что я хочу показать, что я купила, это, конечно же, моя голубая глина, которую я очень сильно люблю. Я уже достала пакетики, пересыпала это все в баночку, потому что именно так я ее храню в баночках. Мне нравится эта глина, долго зацикливаться на ней и рассказывать о ней не буду. Кто смотрит меня регулярно, знает, а если нет, то проходите по ссылкам. Там я оставлю вам ссылки на видео, в которых я рассказываю о данной глине. Следующее, что я взяла на пробу, это вот такие вот полосочки от фирмы Пропеллер с активированным углем. Я слышала много отзывов о них, и хорошие, и плохие, и решила попробовать взять и сделать для себя вывод, нужная вещь это уходит за собой или нет. Конечно же, более подробно расскажу об этом продукте уже в своих пустых баночках. Единственное, что могу сказать, что стоило оно у нас по 165 рублей. Ну, как бы, в принципе, цена такая на него, ну, нормальная, могу сказать, еще терпимая. Если будет работать, то вообще здорово. Как бы, в принципе, вот такое вот средство, которое я приобрела. Следующее средство, которое я приобрела еще в сентябре месяце и уже воспользовалась им, и вам, к сожалению, не успела показать, это мицеллярная вода от Черного Жемчуга. Также оставлю ссылку в инфобоксе на видео, где я о нем рассказываю в своем уходе за лицом осенью. Могу сказать одно, что здесь содержится, производитель нам говорит то, что это для сухой чувствительной кожи, то, что она предназначена для лица, век и губ, то, что оно содержит жидкий коллаген, камелию и гиалурон. Удаляет макияж, успокаивает и ухаживает с первой секунды. Ну,
Еще раз говорю, оставлю ссылку под этим видео, чтобы долго не зацикливать свое внимание на данном продукте. Могу сказать только одно, то что особо оно меня не впечатлило. Следующее, что я купила на пробу в первый раз, это косметика, которой я уже пользовалась, и решила просто немножко другие серии попробовать. И как я уже много раз говорила, я очень сильно люблю в уходе за лицом маски. И первая маска — это у нас Dream Skin, омолаживающая маска с белой глиной, микроводорослями и спирулиной. Спирулина славится тем, что она очень хорошо работает на коже. В общем, данная маска очищает и питает кожу, разглаживает морщины и выравнивает тон для всех типов кожи. Состав у него тоже неплохой, в принципе. Попробую, потестим, все расскажу. Здесь она очень все запечатана, все, знаете, так это все культурненько, все цивильненько, о том, что данная маска, как бы, ну, после вскрытия вы можете даже на ней написать, когда вы вскрыли, чтобы не пользоваться просроченным продуктом. И это огромный плюс, кстати, за если учитывать тот момент, что эта маска стоит в пределах 150 рублей. То есть, как бы, все производитель учел и все достаточно подробно расписал, во-первых, на упаковке. Упаковка яркая, такая интересная, удобная баночка, матовая, глянцевая. Следующая — это тоже маска, тоже от фирмы Вилента, Skin Professional, очищающая маска для лица, тоже с белой глиной, успокаивающая фитокомплексом, мат-эффект. Она у нас глубоко очищает, сужает поры, выравнивает тон. Она уже у нас предназначена для нормальной и комбинированной кожи. Все то же самое, хорошо упаковано, зафольгировано, то есть тот момент, когда я ее открою, буду отсчитывать именно эти те 6 месяцев, когда я могу ее пользоваться. Состав у нее тоже неплохой, попользуюсь ей и уже расскажу более подробно в отдельных видео. Так что вот так вот. Ну что, девочки, моя картинка пустая, это значит, что все покупки, которые я хотела с вами сегодня вам показать, я их вам уже показала. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Если вы чем-то пользовались и вам понравилось, пишите свои комментарии, потому что мне будет очень интересно вас послушать, особенно вот на вот эти вот средства, если вы этим пользовались. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить там что-то интересное. Там я тоже оставляю свои отзывы на те или иные продукты, если здесь не снимаю видео, не показываю вам отдельно в каких-то роликах. Не забывайте беречь себя и своих близких. С вами была ваша Ира. Увидимся в скорых видео. И всем пока-пока.